И последнее. Выполнил задачу максимум. Накануне вечером известный ультрамарафонец Дмитрий Ерохин финишировал на нулевом километре города Ярославля. За 14 суток, 11 часов и 45 минут он преодолел 900 километров и пробежал по городам легендарного туристического маршрута «Золотое кольцо России». 18 мая Дмитрий пробегал и через наш город. Он рассказал, что цель его марафонов – это не только рекорды общения с новыми людьми, но и популяризация спорта и географии России. Все передвижения путешественника отмечали специальном трекере. В интернете за ультрамарафонцем наблюдали более 100 тысяч человек по всему миру. Это уже 11-я многодневка Дмитрия. Его достижение претендует на новый мировой рекорд. Он будет уже четвертым в спортивной биографии ультрамарафонца. Формируется международное общество таких забегов ультра и адвенчур раннинга и книга рекордов Гиннесса. Да, представляются данные. Кто не менее 6 месяцев занимается, довольно со спортивной точки зрения, что получился результат. Хотя я был и без сопровождения, но результат у меня хороший по 62 километра в сутки. С точки зрения как путешественника, с эстетической точки зрения, летом очень хорошо, конечно, бежать, поскольку красота. И сейчас попробую подумать. Думаю, мне захотелось еще один раз пробежать регионы, область Золотого кольца и с севера на юг установить мировой рекорд.